наши сердца, Бог наш. Ты видишь наши жертвоприношения, Бог наш. Это все ценное для Тебя, Бог наш. Спасение.
Спастись. Господь, спасибо Тебе, Боже, что мы можем быть в Твоем доме. Спасибо Тебе за Твою любовь и милость, которая ведет нас. Спасибо Тебе, Господь, что Ты разрушил, Господь, грех нашей жизни. Ты отдалил грех, как запад от востока. Так велика Твоя милость к нам, Господь. Мы любим Тебя, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И весь народ Божий скажет, и все дети Божьи воскликнут. Давайте сделаем шум хвалы. Шум хвалы. Аллилуйя. Аминь. Аминь. И прежде чем присядете, возьмите, поприветствуйте кого-то и обнимите. Скажи, это отец Тихон из Сибири тебя обнимает. Обнимите кого-то. Да, и пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Я хочу также поприветствовать телезрителей канала «Вера-24». А также всех, кто смотрит нас сейчас в социальных сетях. Пусть Бог благословит каждого, вот, кто принимает участие в нашем собрании. Не находясь здесь, но в разных городах и, может быть, странах, вы смотрите нас, мы приветствуем вас любовью Христову. Аминь. Весь народ, вся церковь Ковчег скажет аминь. Слава Господу. Ну что ж, вот так замечательно быть здесь снова. Я несколько раз был, я, наверное... А кто меня не знает? Вот вы не помните, не знаете. Есть такие руки? Поднимите руки. Вот вы не знаете меня. Господи, прости этих людей, пожалуйста. Ну, это такая домашняя заготовочка. Шутка, можно сказать. Но вы прощенные уже, все. Слава Господу. И знаете... Кусь, ну подвинься ты.
Я помогу вам, давайте, я как пастор, я помогу, да, конечно. Да. Да. Вот, вот, все нормально. Вот сейчас вот лодка стала нормально. А тут так вот, вот что-то вот шатает, тут так вот. И, конечно, тут. И знаете, сегодня так много было, мы прославляли Бога. Если ты прославлял Бога, скажи аминь. Мы молились. Если ты молился, скажи аминь. А что мы еще делали? Жертвовали, правда? Кто жертвовал, скажет. Аминь. Прям больше прям людей, чем. Слава Господу. Я вам буду тоже помогать немножко, ладно? Если я хочу, чтобы вы со мной тоже поговорили так. И, к примеру, если я буду говорить какие-то слова, вы будете не реагировать, ну так задумались над этой мыслью, размышляете на Господе, или думаете, выключил я утюг или нет, то. Я помогу вам, и вот эта рука поднятая будет говорить о том, что нужно аминь сказать. Ну, к примеру, я буду говорить, Иисус Господь. Аминь. Бог любит нас. Аминь. И у Бога есть великий план на нашу жизнь. Здесь аллилуйя. Понимаете? Поэтому вам нужно бодрствовать около часа. Аминь. И понимать, что у Бога есть великий план на твою жизнь. Аминь. И знаешь, и знать, что Бог любит тебя. Аминь. И в то же время знать, что ты такой не один. Аминь. Знаешь, некоторые получают откровение, Бог любит меня, Бог любит меня. Это первое откровение, слава Богу, мы его получили. Но второе откровение, что ты такой не один. Что есть еще, кого любит Бог. Аминь. Аминь. Смотрите, не перепутайте это. Аминь. А это... И у Бога на самом деле на твою жизнь, на тебя лично есть великий план. Ну все, слава Господу, слава Иисуса. Но знаете, я хочу сегодня такое побуждение, я делаю это периодически и на больших собраниях, и на тысячных, и в маленьких церквях, и вот на таких, на больших собраниях, вот крупной церкви. И знаете, и всегда это интересно. Знаете, Библия говорит, книга евреям, говорит послание, автор послания евреям, говорит, что благотворительности и общительности не забывайте, ибо таковые жертвы угодны Господу. Так вот, не только жертва наших финанс угодна Богу, но еще и общительность. Благотворительности и общительности не забывайте. Знаете, я хочу, чтобы сегодня мы пообщались немного. Это мое время, это время проповеди, но все-таки в церкви, чтобы мы пообщались. Вот написано, не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы, что? Не помню, и не слышу, ибо таковые жертвы, что? И знаете, и вот практика, вот моя практика, да, вот я смотрю на людей, смотрю внимательно вот с кафедры, иногда участвую сам там. Люди не так готовы общаться. Они готовы еще раз пожертвовать. Сказать, отстань, я тебе еще денег дам, только отстань от меня. Ну, вот. Ну, такие люди здесь есть тоже, мы не против, можете дать. Но все-таки общение. Скажите общение. Библия говорит, когда мы имеем общение, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Когда мы имеем это общение, когда мы... Просто общаемся друг с другом в церкви, мы знакомимся, мы узнаем, как зовут, мы молимся друг за друга. Что-то сильное приходит, Божья благодать, Божья сила, она приходит, она исцеляет нас, освобождает. Мы становимся знакомыми людьми. Мы когда в городе встречаемся, мы не говорим, брат, привет. Мы знаем их по имени, правда? Поэтому сегодня мы сделаем такое, пока пастор ушел, он уехал там дальше проповедовать, мы сегодня вот... сделали такой проход специальный, море опять раздвинули, чтобы немножко движение на... Поэтому, вот смотрите задание, я вам подсказочки покажу, подсказки. Когда ты идешь, нужно улыбнуться. Даже когда сейчас сидишь, улыбнитесь. Ну-ка посмотри, сосед улыбается. Дай ему по печени. С любовью, чтобы он заулыбался. Знаете, потому что, ну мы же знаем с вами, помните эту песню, помните? От улыбки,
от улыбки. Поделись. И тогда. А теперь только сестры. И тогда наверняка. И братья. Сестры. И братья. Дружба. А? Смотрите. Светлее стало. Мы же знаем, вот от улыбки ты подходишь, улыбаешься и говоришь, как тебя зовут. И ты слышишь в ответ, как зовут его. И все, и ты просто говоришь несколько, минутку, одну, вторую минутку, он, немножко пообщаемся и помолимся, коротко. Господь, благослови моего брата, как его зовут, или сестру. Единственная просьба, братья с братьями, сестры с сестрами общаться. У нас же здесь не день знакомств, правда? Клуб знакомств. Хотя кто его знает, кто его знает? Были случаи, что создавались семьи. Были такие случаи. Поэтому мы сделаем сейчас это, да? Нужно найти какого-то человека, и мы делаем сейчас святую движуху в церкви. Все, время пошло. Я буду внимательно смотреть. Не надо о бизнесе говорить, не надо там вот друг с другом. Найдите человека, которого вы не знаете. Пожалуйста, встаньте давайте. Давайте найдем этих людей. Сестрички, найдите какую-то сестру, которая пришла. Братишки, братья, ну встаньте, ну Христа. Скажи, я лучше денег дам, да, только не трогай меня. Встаем, братья, идите. Да, знакомиться, идите. Так, я смотрю. Идите в ту сторону. Так. Ух. Привет, дорогой. Как зовут? Тимур. Очень привет. Я отец Тихон. Хочешь познакомлю тебя с друзьями? Это с вами. Того кузнец. Рулит. Зурик. Вау, Зурик. Слава Богу. Антван. Эрик. Раздат. Слава Богу. Ну а ты чего? Володь, ну познакомься, вот с Разданом познакомься. Ну, смотри. Братья такие замечательные. Вот тут сидит в саду. Лучше мой друг. В саду. Только познакомься. Может, здесь будущий какой-нибудь мэр Сочи. Иди знакомься просто. Пригодится. У меня есть мэр. Так, здесь идет движуха. Идет. Молодцы, знакомы. Теперь еще
с вашей знакомой познакомьтесь еще с кем-нибудь. Вот повернитесь вот так вот. Иди, иди. Юля, иди с сестричками знакомься. Я уже тут со всеми, по-моему. Ну что ж, возьмите, скажите вашему новому товарищу, другу, знакомому, сказать, мы еще поговорим, скажи ему, мы еще с тобой продолжим, скажи, мы продолжим, и проходите на места на ваши. Слава Богу. Вот какие мы. Сначала не заставишь, потом не остановишь. А? Это кайф. Общаться. Это кайф. Да, да. Поцелуйтесь. Святым целованием. И, пожалуйста, занимайте ваши места. Пообещай ему, что после собрания ты найдешь его. Слава Господу. Ну, давайте, уже присаживайтесь. Вот этот ряд более спокойный такой. Такой. Там вообще кипиш-мипиш там такой. Туда, жу-жу-жу там. Им говорят, садись, они все равно. Как, говорит, остановиться, мы уже договор аренды подписываем. Пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Давайте мы так чуть-чуть успокоимся. И знаете, наша задача, вот кто-то нас обманул, наверное. Мы иногда общаемся с кем-то, это нас ранит. Это нас ранит, и мы понимаем, лучше я не буду общаться. Вот просто как дела, хорошо, и все, на этом уровне. И знаете, почему? Потому что кто-то нас ранил, кто-то потом рассказал что-то, кто-то потом тебе показал, что посмеялись. И ты думаешь, да нет, я лучше вот так вот буду. Я и Бог. Это твоя безопасность. Ты так думаешь. Но Библия говорит, наоборот, это опасность твоя. Когда ты закрываешься, когда ты внутри себя варишься, это и опасно. Когда мы открываемся. Да, с одной стороны, могут ранить, могут насмеяться, могут неправильно понять. Но в этом и есть Божье благословение. Ты открываешься, и ты освобождаешься. Ты открытый человек. Тебе проще простить, тебе проще забыть. И вот пусть у нас будет, да, вот в нашей семье, здесь, вот в ковчеге. Просто пусть мы будем открыты. Потому что Иисус, Он пришел, Он вот так вот умер. Он был открытый. Он был открытый, а Бог покрыл его. Когда мы открываем себя, Бог покрывает нас. Однажды в моей жизни был такой этап, возможно, вы проходите этот этап. Я видел, потому что ну, некоторые люди вот просто так, я хотел подойти, они на меня смотрят, лучше не подходи, короче. Вот лучше сейчас не подходи. И это, возможно, ты проходишь какие-то трудности, сложности. Я тоже проходил, я думал, а может быть, буду как все, вот такой, знаешь, думать одно, говорить другое, знаешь, как... Я вот такой человек, я то, что думаю, то и говорю. Однажды на конференции ко мне подошел один служитель, Санди Миллер, такой замечательный муж Божий. И он просто посмотрел на меня, первый раз видит. Большое собрание, несколько тысяч, это в Англии было, несколько тысяч собраний. Я там приехал, не знаю ни языка, никого, вообще никого не знаю. Лет так, не знаю, может, 15 назад. И... Он подошел, посмотрел, он говорит, ты очень открытый человек и простой. И говорит, оставайся таким. А я стоял, думал, может просто поменяться, может быть взять как-то маленько умнее быть, знаешь, как-то. И он говорит, оставайся такой, ты нравишься Богу такой. Бог любит тебя таким. Он тебя избрал из-за этого.
и Бог будет покрывать тебя и защищать. Я стою, как ребенок маленький, плачу. Не знаю, что происходит. Я понимаю, откуда он знает. И знаете, я помню это всегда. Поэтому мы открываемся, мы общаемся. Мы же братья, правда? Мы знакомимся. Мы... Ну и что, что не поймут? Но Бог покроет. Аминь. Бог благословит. И я верю, что через это придет какое-то благословение в твою жизнь, в твою семью, в твой город, где ты живешь, здесь, в Сочи. В церковь, конечно же. Аминь. Поэтому ты сейчас возьми... Пункт номер 4, я тебе не сказал специально, ну, так сказать, совет. Тебе нужно было запомнить, как его зовут. Запомнил? Если запомнил, посмотри, он еще здесь, так найди его там. И так скажи ему так, рукой помахай, скажи, ты не уходи после собрания, я хочу тебя кофем напоить. Не уходи после собрания, выпьем чаю, булочку съедим. Скажи, скажи прям, провозгласи, скажи. Блинчик. Ну хорошо, слава Богу. Поэтому у нас следующее богослужение у нас в час будет, но у нас еще есть время и проповедовать, и еще есть время еще пообщаться. Я хочу прочитать сегодня о семье. Месячник семьи. Сегодня о семье. Вот эта тема мы сразу же обозначаем. Ну что такое семья? Это не только я и моя жена. Я хочу поделиться, ну, чтобы вы посмотрели тоже на мою семью. Вот, внимание на экран, там несколько фотографий о моей семье. Это вот моя благословенная семья, у меня одна жена и 5 детей. Дальше мы... Ее зовут Юля, мою жену, это вот Даниил, Виктория, Савелий и Олег Олегович. Вот Савелий и Олег Олегович, они вот дружат, у них своя банда. Эти ребята, у них своя. Ой, как они... Это моя вот жена русская, сибирская красавица. В Сибири тоже тепло, видите, солнышко. Ну, здесь несколько фотографий, вот такие, ну, серьезные здесь. Да, дальше. Есть еще какие-то? Все. И еще семья есть, еще церковь. Церковь это же тоже семья, правда? Это вот хор наш, вот, наше прославление, левиты, музыканты. Вот. Это вот одно из вечерних собраний у нас, молитвенное мы устраиваем. Это воскресное собрание, это наш зал, это наш храм, который мы построили своими силами. Я уверен, что когда собираются все вместе и решают что-то, тогда они могут очень много. Это опять же вот вечернее молитвенное богослужение. У нас в пятницу каждый вечер проходит с 9 до 11, до 12 ночи. Следующий ролик. Ну, это, скорее всего, днем, потому что мы вот видим свет солнечный. Дальше еще. Это вот наш храм, это мы своими руками вот такой строим. Этот зал готовится к собранию. Вот тоже о семье вот так. Есть еще какие-то, да, фотографии? Картины, фрески. Нас на стенках вы можете увидеть, это мы с Вифлеема привезли, стоянки Иисуса Христа. Там есть такие вот, это наш хор, прославление, поклонение. Сегодня, когда я утром проснулся, в 6 часов утра я был на собрании. У нас прямой эфир, и я был на богослужении. Это у нас группа студентов. Аллилуйя. Конго, Нигерия, Гана, Колумбия, там Кот-д'Ивуар и много еще много стран. У нас 6 университетов в Томске. И 100 тысяч студентов на 500 тысяч жителей города. То есть это очень так явно, особенно в центре города, когда взрослые дома или на работе, а студенты движутся. Такой молодой город, хотя ему уже 410 лет. Ну и снова семья. Вот. И, конечно же, наверное, я не упущу такую возможность, еще 3 минутки.
три минутки посмотреть. Все это во свидетельство, все это во славу Божию. Мне потом будет проще проповедовать, мне потом будет легче говорить. Три минуты ролик о нашей церкви. Нашей церкви уже будет вот в сентябре месяце 20 лет. Мы будем праздновать. Я являюсь пастором. Церковь наша начиналась с дома, с нашей квартиры, где жила я, моя жена и мой сын. И я пустил туда наркоманов. Я сказал, давай возьмем на реабилитацию людей, которые в наркотической зависимости, и они будут у нас. Моя жена сказала, хорошо, давай. И в одной комнате жила жена с сыном, а в другой комнате, в двухкомнатной квартире, 30 квадратных метров, жили я с веселыми братьями. Около недели, наверное, я чувствовал, что моя жена мешает пробуждению, потому что она встает, в садик, ребенок, там, то, все, конечно, это не дело. Я сказал, может, ты пойдешь к маме? И она ушла с моим сыном к маме, к моей, и 9 месяцев жила у мамы. Там была домашняя группа, а у нас дома был реабилитационный центр. И сегодня таких центров уже не один десяток, сегодня уже 30 церквей насажено, вот нашими же братьями, которые проходят реабилитацию и получают свободу. Сегодня мы много делаем, что в городе, принимаем участие и кормим бомжей, заботимся о них в 15 местах города, кормим их горячей пищей вкусной, занимаемся тем, чтобы Иисус мог делать, да, там посещаем больницы, проповедуем. И сегодня наша церковь, ну, скажем так, 1000 человек на собрание посещает, и это только начало. Вот небольшая информация, теперь ролик немножко вот так. Это все здания, которые вы увидите, это наши здания, земли, которые мы приобрели. Пожалуйста, 3 минуты. Что внимание. Такое любовь? Дружба, семья, дом, забота. Каждый находит в этих словах что-то свое. А для многих они объединены в одном слове – церковь. Церковь прославления находится в сердце России, в Сибири, в 3600 километрах от Москвы. В городе Томске. Это суровый край. Более полугода здесь снег и морозы. В суровые зимы температура может опуститься до минус 45 градусов. Но также это место, где люди верят в Бога и жаждут больше узнать о Нем. Церковь прославления появилась в 1999 году, благодаря желанию пастора Олега Тихонова помочь наркоманам Томска избавиться от зависимости. Он сам прошел курс реабилитации в христианском центре. Служение по реабилитации наркоманов и алкоголиков началось в маленькой квартире, а спустя 17 лет выросло до больших размеров. Сегодня работают десятки реабилитационных центров в Томске и области для различных категорий людей. Около 1500 человек за эти годы прошли реабилитацию, и более 500 человек навсегда оставили наркотики. Сотни людей обрели семьи, детей, родителей. Когда-то в этих семьях были раздоры, насилие и ссоры, а сегодня – счастье и любовь. Помимо реабилитации наркоманов, церковь протягивает руку помощи и самым бедным жителям Томска – людям, у которых нет дома, нет еды и одежды. Для них по всему городу в 14 местах проходит раздача горячей еды и теплой одежды. А если люди без определенного места жительства хотят изменить свою жизнь, им предлагают пройти реабилитацию в специализированном центре, где они восстанавливают здоровье, узнают о Христе и бросают пагубные привычки. Видение церкви – это церковь в каждом населенном пункте области. Сегодня миссионерские команды выехали в основные поселки и города области. Многие из этих людей оставили работу, бизнес, хорошие дома и переехали в отдаленные населенные пункты, чтобы люди из небольших сибирских поселков тоже смогли узнать Евангелие. В Томске никогда не было протестантского храма. Сегодня церковь прославления ремонтирует помещение под храм, которое приобрела несколько лет назад на пожертвование прихожан. И уже сегодня там проходят большие богослужения, конференции, молитвы и встречи верующих. И это еще не все, чем занимаются верующие церкви прославления. У церкви есть футбольная и хоккейная команды, служение для семей, для молодежи, подростков и детей. Церковь помогает матерям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При церкви действует библейская школа. Верующие распространяют благую весть на радио. Осуществляется забота о старшем поколении и многое-многое другое.
Церковь имеет множество проектов и желаний нести Евангелие любому, чтобы в жизни каждого человека воплотились эти слова: любовь, дружба, семья, дом, забота, церковь. Слава Богу, это многие говорят, что это начало, и мы где-то внутри тоже понимаем, что это только начало, мы начали только двигаться, и да поможет нам Господь. И пусть Бог благословит все церкви и каждого здесь находящегося, здесь церковь, вот поместную церковь, Ковчег, чтобы мы призваны влиять, мы призваны своей жизнью показывать и являть Бога этому городу, этой земле, этим людям. Аминь. И Писание говорит, апостол Павел говорит, что вы как письмо Христово. По нам люди читают Евангелие. И мы сегодня об этом, ну, будем оставшееся время говорить, размышлять. Я хочу еще сказать несколько слов нашим телезрителям, которые смотрят нас на канале «Вера-24». К сожалению, вот наше время так вот подошло к концу уже, и вас сейчас вырубят. Но знайте, что мы любим вас. Можете быстренько переключиться в какие-то соцсети, церкви, где также идет трансляция. Проявите способность, мудрость. И мы рады всегда, конечно же, всегда рады, когда вы заходите вместе и принимаете участие вот в богослужениях здесь, в Сочи. Пусть Бог благословит всех телезрителей, всех, кто вот смотрел это время. За это время можно понять, что Бог есть. За это время можно понять, что Он как был вчера, и сегодня, и вовеки тот же. За это время можно увидеть, что Бог не только спасает наркоманов или кормит бомжей, но Он делает что-то большее. Он выходит на спортивные площадки. Мы заявляем о себе в этом мире. И пусть мы будем активными делателями Царствия Божия. У каждого есть свои таланты, дары. Мы можем играть на музыкальных инструментах, кто-то может петь, кто-то может разные таланты и дары, которые Господь вложил, как Ему угодно. Но мы можем этим всем служить нашему Богу. Библия говорит, что Он разделил дары, как Ему угодно, для того, чтобы мы соединились все вместе и делали больше. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: аминь. Слава Господу. Ну давайте мы еще похлопаем нашему Богу.